друзья, мы находимся в загородном комплексе «Дача» от Бендеровского мясокомбината. И сегодня мы с вами протестируем абсолютно новый шашлык от линейки «Три шампура». Шашлык грузинский. По названию мы с вами уже прекрасно понимаем, что здесь что-то кавказское у нас нарисовывается на столе. Шашлык грузинский, состав: специи, соль, свинина. Ничего лишнего. Но есть, друзья, одно но. Разговаривал с технологом Бендерского мясокомбината. Он сказал, что данный вид маринада на грузинский шашлык тестировали очень долго. Десятки раз. Но когда они нашли этот самый вкус, друзья, то вот они поместили вот в такую вот компактную коробочку весом в 1 килограмм. Я сегодня попробую и, конечно же, передам привет технологу Бендерского мясокомбината. Как истинный шашлычник, Бендерский мясокомбинат и их технолог до конца мне не раскрыли весь секрет данного маринада. Ну, все потому что, ну, нельзя, знаете, вот ты раскроешь секрет, а потом к тебе в гости перестанут приходить, будут сами его где-нибудь готовить. Поэтому я с удовольствием сегодня приобрел данный вид шашлыка и с удовольствием его попробую. Есть такое знаменитое выражение: сколько людей, столько и мнений. Что касается шашлыка, здесь абсолютно такая же история. Рецептов предостаточно, способов приготовления тоже масса. Кто-то использует просто древесные угли, которые покупают. Я решил сегодня пойти по традиции и сделать из дров угли. Но есть одно неизменное правило: шашлык главное не пересушить. Грузинский, три шампура. Чем чаще переворачиваешь шашлык, тем он получается сочнее. Так говорил еще мой дед. А я деду верю. О. Слезки видишь, Сань? А, это слезы радости. Смотри, какой он сочный получается уже, а? Красота. Грузинский, он же пикантный, он же остренький, он же просто в чумовом маринаде. И, друзья, я вижу, вы заметили, да, у меня сразу лавашик, все традиционно. Лаваш, кстати, тоже от БМК, ржаной, сырный и пшеничный. Ну и по традиции, первый у нас с пылу жару. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот такую вот ракету. Вкусно.